Итак, всем привет. Для тех, кто в танке, поехали Моздок 2. Очень редко выпадает, практически никогда, буду честен, ни разу не играл на ней. Но разбирать все типа надо. Давай посмотрим с тобой. Если не смотрел Моздок 1, обязательно посмотри Моздок 1. Первую вариацию, самую основную, тебе поможет. Короче, ничего думать не надо. Эта точка неиграбельная абсолютно, блин. Вот. Ты появляешься здесь. Вот этот холм. Вот он. Этот холм. Это уже позиция красненьких. Вот они, если по полю будут прокатываться, тут километр примерно. Да, километр 200, там сколько, я не знаю. Пожалуйста. Стреляй, убивай их. Да, они также могут делать прокатку полностью по тому краю. Вот. Как вариант просто поехать по самому краю. Сразу рвануть вот за тот холм. Пока они не успели доехать. Потому что тебя выстрелят. Тебя убьют. Ну, есть снайперы, которые попадают. Вот. Как правило, они там еще едут. Как вариант, могут и не успеть, в принципе. Ладно. Короче, поехали дальше. Что дальше делать, непонятно. Сейчас будет мигать надпись. Вот она уже мигает. Пока они позиции там занимают, делаем прокатку. Вот, пожалуйста. Вот этот холм. Желтенький. Дальше едем. Ключевая позиция. Вот тот дом. Вот. Вот они по полю могут ехать. То есть тут полностью открытый. Я не знаю, как тут играть. Как вариант, холмы как укрытие будут. Как вариант, примерно куда-нибудь вот, вот сюда нырнуть. Да, и поджимать этот домик. Вот. Потому что, ну, захватывая точку, ехать по полю, это как на Курской дуге. Тот же вид, только сбоку. Вот. Вот, смотри, какой вид открывается. Вот здесь уже могут быть танкисты везде. То есть они также тут могут стоять и просматривать всю эту дорогу. Вот. Понятно, да? Вот если сюда приехал, все, здесь можно и остаться. Вот этот холм. Вот этот респ. Что дальше делать, непонятно. Пытаться прокатиться к ним поближе. Но сюда еще доехать надо. Занять эту позицию как вариант. Все. И дальше поджимать респ. Здесь ты уже мигаешь, соответственно, тут ехать некуда. Да, показываю. Все. То есть ключевая позиция твоя, вот этот дом. Вот и все. Также они сюда будут ехать по полю. Да. И ты с того респа можешь их... вот ключевая позиция, вот то дерево. Вот видишь? Вот этот холм. Вот с этим большим деревом. Это уже их не рез. Если вот здесь будешь ехать, ну, могут убить. Все, в принципе. Поэтому, соответственно, что мы делаем? Если с этого респа поджимаем вот этот холм. Либо вот этот холм поджимаем. Но он тоже, как правило, простреливается. Да? Ну, как вариант, можно здесь остановиться. Вот. А вариант с той точки. Да. Соответственно, поджатие этого холма. И сюда доедешь, конечно. Либо здесь. Просто перестреливаться. Вот ПВП с этим холмом. Вот и все. Вот у тебя еще позиция есть. Вот позиция у тебя есть. Поджимать потихоньку точку А. А так она абсолютно неиграбельная. Такое ПВП тут стояние получается будет. Если какой-нибудь дурачок там прокатится сразу, да, то мы его потеряем. Вот, смотри, какой вид открывается. Тут можно весь бой простоять. Да, сразу покажу, чтобы не появляться на том респе, то есть... Можно тут прокатку сделать, грубо говоря, да.
чекать здесь сторону. Аккуратненько, да? Ну тут если выкатишься, тебе сразу вошьют. Смотри. Ну, вообще неиграбельная. Тут, чтобы продавить точку А захватить, я не знаю, что надо сделать. Очень сложная позиция. Специально разработчик поставил. На удачу, как говорится. Работайте. Вот. А как вариант, да, вот здесь вот снизу прокатиться. Вот сюда. И тут уже всех контролировать. Соответственно, у тебя контроль будет точки Б. Да, вот он. Вот здесь они, если будут кататься, ты их будешь видеть всех. У них ключевая позиция, вот это вот эти вот здания, вот куда они могут нырнуть. Вот. И опять-таки вверх. Будешь выкатываться на этого противника, получишь сразу сверху. А сверху будут стоять по-любому. Что делать, непонятно. Вот. Ехать по низине, продавливать высоту очень тяжело. Вот. Даже если ты вот здесь где-то поедешь. Ну, первым респом, я не знаю, там тоже тяжело. Вторым тем более тяжело, потому что вообще непонятно, что будет происходить. Прокатываться по этой дороге, ты полностью открытый. Ну, просто неиграбельная позиция. Здесь будет просто перестрелка. Просто неиграбельная позиция. Также, если мы сверху будем прокатываться где-то здесь, да, поджимать, как вариант, я даже не знаю. То есть, если ты сюда доехал, значит, противник тоже где-то в этом районе уже может быть, понимаешь? Кто-то под мостом, кто-то еще где-то. Вот. Так примерно, конечно, если доехал, то вот у них респаун открывается. Да, вот они там все. И как вариант, вот с этого холма уже каким-то боком уже наваливать. Либо вот отсюда выезжать, либо вот отсюда выезжать. Но опять-таки, вот этот холм, на котором они стоят, да, сюда еще доехать надо. Вот. Если доехал, хорошо. Это промежуточная твоя позиция будет. И ты находишься как раз между двух респаунов. Первый респ и вот второй респ. То есть, ну, выезжать, ну, смысла нету, да. Ну, можно, конечно, поджимать что-то там. Ну, мне кажется, лучше здесь остаться просто и все. Либо поджимать этот холм, вот, чтобы 100% знать, что они оттуда уже никогда не появятся. И заодно контролировать второй респаун. Все, поехали, посмотрим сразу. Точку Б посмотрим. Так, мы появились с тобой опять на этой точке, на верхней. Поехали отыгрывать бету. То есть опять, да, видно этот холм, с которого можно шмалять. А мы с тобой едем на бету. Прям по прямой, не сворачивая, прям топим тапку в пол, блин. Пока они пытаются занять там позицию. Вот они там уже едут, да? Мы с тобой делаем прокатку. Как вариант, вот еще одна позиция, смотри. Пожалуйста. Можно здесь чекнуть. Тоже можно остаться, в принципе, чтобы контролировать всю полностью эту долину. Дальше прокатываемся по прямой. Смотри, открывается какая дорога здесь. Как вариант, вот позиция. Также ты контролируешь полностью этот ручей весь. И все. Просто неиграбельная. Просто вот неиграбельная. И все, вот они будут ехать. Не доедешь. Переваливаться через дорогу смерть. То же самое, что оттуда, блин, да? И вот уже у тебя здесь точка. Где здесь точку занимать? Соответственно, непонятно. Приехал сюда и остался здесь навсегда. То есть ты потеряешь сразу машину. Просто смотри, везде холмы. Да, то есть тебя отсюда видно, она открытая. Соответственно, ты тут тоже, если будешь стоять, контролировать точку, она просто открытая. Тут просто перестрелки идут. Тут даже нет позиции какого-то укрытия дома, чтобы встать. Да? Полностью. Смотри. Тут вообще непонятно, что делать. Внимательно смотрим на карту. Да? Полностью везде открытый. Полностью открытый. Не знаю, если только в тупую прокатываться полностью вот здесь, по дороге, и поджимать вот этот холм. Как вариант. Больше других вариантов я не вижу, если получится. Опять-таки, блин, и противник также может, да, сюда нырнуть.
Да, вот так же выехать. Поехали точку С смотреть. Итак, мы появились с тобой немножко выше, да? Соответственно, ту точку мы с тобой рассмотрели. Сразу едем во фланг, отыгрываем полностью вверх. Здесь более-менее играбельная получается у нас с тобой позиция. Мы также можем с тобой прокатку делать камням к точке Б. Здесь более-менее лучше она играется, нежели оттуда ехать на точку Б. Да, наша бета. Соответственно, едем поверху. Здесь хороший вид тоже открывается. Опять-таки, да, смотри. Делаем с тобой прокатку. Опять-таки, это первый вариант события, да, то есть мы делаем фланговый с тобой обход. А можно рвануть сразу по полю, вот здесь прокатку сделать. И выехать вот сюда. Также вот эти вот холмы мы с тобой чекаем, да. Вот она точка С. Вот твоя ключевая позиция примерно может быть здесь. Можно перевалиться через холм, занять эту позицию, да. Противник будет ехать оттуда. Он также будет делать фланговый обход полностью по той линии. Соответственно, мы также едем. Вот у тебя открывается уже эта точка, да, вот эти вот холмы. Вот они могут быть прострелы здесь. Хорошо, когда надпись мигает, значит мы правильно едем с тобой. Надпись мигает 24 секунды, поэтому ничего страшного нет, она сейчас должна пропасть. Вот. Все. Единственное, что здесь мы, получается, с тобой открыты. Да, и тут может быть противник. Ну, не может быть, а скорее всего он там, да. И, соответственно, можно отсюда в борт выхватывать. Вот она, эта позиция. Прокатка очень опасная, можно тоже в борт получить, потому что они уже там могут быть. А мы с тобой еще едем. То есть, как вариант, мы все-таки с тобой объезжаем эту точку. Ну и где-то здесь, короче, вот с той стороны уже противник, он тоже может быть в этом районе, да, соответственно. Что дальше делать, непонятно. Дальше делать прокатку к респауну. Вот точка С, да. Либо мы здесь, либо они здесь, надо смотреть. То есть долгий фланговый обход, пока идет ПВП. Все, вот там у них респ. Тут опять получается мы открыты. Если точка наша, хорошо. Если не наша, очень плохо. Кататься здесь не, ну, не рекомендую. Надо постоять какое-то время. Вот. И вот ты, в принципе, занимаешь позицию здесь и уже чекаешь непосредственно. Нет ли кого-нибудь здесь? Вот у них уже там респ, да. Здесь они могут тоже выкатываться, там могут стоять. Вот как вариант, вот это укрепление ключевое у тебя. Вот у тебя открывается точка, да. И вот ты делаешь прокатку. Смотришь, нет ли тут кого-нибудь. И вот тут где-то у них уже респаун. Ну, где-то они спанятся, короче, вот в том районе. Вот. Видишь, как мы с тобой сделали прокатку? Полностью объехали. Полностью объехали. И у нас с тобой открывается вид на респ. Вот они здесь уже будут прокатываться, блин. Дальше. Опять по полю ехать тяжело. Они будут везде вот здесь вот ехать на точку Б. Через Б, точнее, на С. Везде будут тут стоять. Кто-то будет здесь ехать. То есть надо очень внимательно все чекать. Опять этот вот ручеек наш с тобой, да.
как вариант, где-то по краешку, аккуратненько, да, высматривая противника, находясь в этой зоне, пока не начнет надпись мигать. Ну, видишь, если она мигает, значит уже хорошо, значит мы с тобой все правильно делаем, что мы с тобой защищены хотя бы будем, что никто нам в борт не заедет. Вот. И вот у них вот здесь респ уже, понимаешь? Если сюда доехал, конечно, это хорошо, но уже боже, даже бой закончится. И вот у тебя открывается полностью вид, то есть ну, полностью можешь стрелять куда угодно. Противник может быть везде. Также, если отсюда его отыгрывать, да, мы также с тобой прокатываемся, пока мы там едем с тобой, да, вот как мы ехали, чтобы понимать тайминги. То есть противник также поедет, вот как мы с тобой. Также ты прокатываешься сюда, смотри. Вот, ты чекаешь сразу ту сторону. Да, вот эти холмы. И как вариант, ключевая позиция у тебя также где-то здесь примерно будет. Да. И ловим, если кто-то здесь поедет. Вот. Все. Как вариант. Первое развитие событий твое. С той стороны и с этой стороны. Если хочешь на точку С поехать, вот с этой стороны, да, с этого респа. Сразу по прямой. Не теряя каких-то там драгоценных секунд, сразу едем. Они будут наверх заезжать. Мы, соответственно, с тобой будем снизу. Вот. Опять-таки, смотри. Как вариант. Здесь стоять. Но опять-таки, отсюда вода могут выехать. Могут отсюда прострелы делать. И вот еще один холм на простреле. Если поехать... ну, вот так вот, по прямой, как мы с тобой ехали. По полям, по лесам. На эту точку. Если противник займет эту точку, это хана. Тем более, она тут в низине. Да? Если так вот по полю прямо поехал, то лучше, конечно, занимать вот эти вот холмы. И здесь начинается ПВП. Только уже вот так оно начинается у тебя, да? То есть ты будешь контролировать полностью точку Б. Да, она тоже открытая. Тоже смотреть. Соответственно, точка С. Вот она, да? Опять-таки, да? Надо смотреть, чтобы там, если там кто-то прокатится, то вот эти вот все холмы, которые будут заняты, да? Вот, ты можешь оттуда просто их убивать. Вот. Тоже нужно внимательно смотреть. Что дальше делать? Занимать эту позицию полностью. Нужно продавливать эту точку. И занимать позиции. Здесь стоять тоже не рекомендую. Вот он весь фланг, смотри. Вот он весь. Вот он респ. Да, и вот она дорога. И тут полностью, ну, тебя полностью видно будет. Да. Но зато у тебя тоже хороший вид открывается. Как вариант, не знаю, может быть где-то здесь встать. Да, чтобы контролировать полностью весь периметр. А в идеале, конечно, делать прокатку по низу. Вот там, если точку захватили. Здесь не нужно ехать. Ты будешь полностью открытый для противника, но легкая мишень. Тебе сразу вошьют. Также делать снизу прокатку, вот к этому дереву, как ориентир. Ну, если ты моздок знаешь, как бы, да, примерно, то есть ты понимаешь, надо что делать, да? Вот, если ты первый раз наткнулся на видео, то есть ехать
Просто в обход. Фланговый обход. Вот и все. И опять-таки, пока сюда доедешь, здесь может быть противник, да, ты тут очень сильно рисковать, полностью открытый, тоже проблематично. Ну, типа, ехать надо. Вот. Самое главное захватить точку. Вот. Точка у нас была захвачена, да. Смысл поджимать, ну, я не знаю. Тут, если противник будет стоять, ну, он тебя видит. Да, то есть я вот показываю, смотри. То есть ты его видишь, если он где-то здесь будет, блин, ехать. Да, хоть снизу, хоть откуда-то. Ты его видишь прекрасно отсюда. Снизу начнешь прокатываться, но тебя просто убьют. То есть очень тяжело. Поэтому фланговый обход это только с той стороны. Потерять там сколько времени? Минут 5 потерять, чтобы сюда приехать. Да, и тут поджимать-то нечего, по большому счету. Да, то есть вот мы с тобой появились, тут даже поджимать нечего, какую гору. То есть абсолютно как бы неиграбельная карта. То есть что, зачем сюда приехать поджимать им респ? Тут даже укрыться негде, понимаешь? Как вариант просто держать этот холм, либо просто держать точку С. Опять-таки, чтобы тебя, конечно, взад не объехали. Если сюда доехал, то больше ехать никуда не нужно. Здесь можно и остановиться. Все, в принципе. И не надо ничего выдумывать. Вот здесь где-то останавливаешься и контролируешь полностью, чтобы они во фланг не заехали. А они же пойдут на точку С, соответственно, ну, будут рвать и отсюда могут ехать, и по прямой могут ехать, и на точку Б могут ехать. То есть можешь вот здесь даже занять позицию. Мы с тобой рассматриваем, потому что выхода у нас с тобой нету. Карта практически не выпадает, но рассмотреть ее типа надо. Да, то есть, как вариант здесь стоять, но опять-таки, тебя будет видно. Тоже не варик. Соответственно, вот этот холм, что у них ключевая позиция, что у тебя. А так, как вариант, если появился вот на респе, мы с тобой, не сворачивая, чекаем сразу вот эти все места. И занимаем центральную позицию вот здесь. Вот. Точки перенесена немножко ниже. Респа тоже перенесены. И вот, пожалуйста, открывается вид у тебя. Если кто-то будет там прокатываться, тоже увидишь. Этот холм. Опять-таки поджимаем наш любимый, да? Что противник отсюда может появиться. А он там и будет стоять. Что мы здесь будем поджимать его? Вот. Но у нас преимущество тут по высоте. Если сюда доехать, смотри. То есть, ну, тут хороший вид тоже открывается. Пожалуйста, вот они там где-то будут ехать, ты будешь их убивать. Соответственно, чтобы контролировать противоположную точку на бете, если здесь уже наши пацаны там захватили ее, да, то есть можно поджать вот этот холмик. Соответственно, аккуратно надо выезжать. Тут просто прострел жесткий с точки будет, с любого холма. Да? Как вариант, я говорю, где-то здесь встать. Опять-таки, очень аккуратно. Там же наша рогатка, вот эта вот, да? Где она? Вот эта вот рогатка. С нее как раз прострел идет. Если там кто-то будет стоять, ну, могут тебя запалить. Вот. Опять-таки здесь прострелы будут идти, соответственно, да, с желтых холмов, либо где-то еще могут контролировать. Но тут более, мне кажется, выгодная позиция будет, да, чтобы контролировать эти точки. Там альфа и бета. Вот. Как вариант, вообще вот сюда можно нырнуть. Как вариант, вот сюда поехать. Ну и здесь контролировать. Здесь специально углубление сделали, чтобы ты не смог там нормально стрелять. Поэтому, как вариант, приходится все равно немного выезжать, да? Вот, пожалуйста. Стреляй не хочу, как говорится. Вот. Сниматься с позиции в последнюю очередь, когда в команде практически не осталось противника. Начнешь прокатываться. Откроешься бортом. Смотри.
Противник может быть где угодно. Где угодно. Будешь прокатываться, получишь в борт. Что делать вообще непонятно. Соответственно, прокатываться между этих двух камней, пытаться прокатиться. Но здесь тоже укрытия нету. Ну, как Варик вот к этому дому, да? Там оставили они дом? Сейчас мы туда едем с тобой. Ну, если ты хочешь так. Если нет, то сразу оттуда ныряем под этот дом. Как вариант, да, они оставили этот дом. Как вариант, поджать этот дом. Опять-таки, чекая там, чекая здесь. Захват точки. Поджим камня. И ныряние под ручеек. Ну вот и все, в принципе. Опять-таки вот камень, как вариант у тебя, да? Ты можешь всех видеть, чтобы никто сюда не ехал. Либо этот камень. Но лучше, мне кажется, здесь, потому что если противник начнет прокатываться где-то понизу, нырять под ручеек также, да, чтобы захватить точку Б, да, то есть под ручеек, то ты хотя бы будешь прикрытый. Вот. Как вариант, камень за точкой Б тоже твоя ключевая позиция. Как ее можно еще отыграть со стороны красных, чтобы я там не появлялся? Это также нырять в этот ручей. Вот, сейчас мы туда доедем. То есть по ручью тоже можно выйти на позиции. Ты будешь защищен сверху. Тебя никто не сможет прострелить. Да? То есть... парни, которые там уже будут занимать тот холм, тебе нужно максимально быстро нырнуть просто под этот ручеек, да? Вот тут у нас где-то примерно респаун. Да, где-то мы тут появляемся. Вот они где-то здесь появились. На нижнем респе, да? Вот. И ты как раз вот по прямой. Вот у тебя все прострелы тут есть. Ну, ты едешь сюда просто и все, и ныряешь под этот ручеек. Либо на точку Б поджимаешь его, либо сразу, короче, ныряешь под ручеек, и, чтобы занять высоту. Высота – это большое преимущество. Попробуй выбить оттуда его противника. Вот. Если сюда доедешь, будет очень хорошо. Опять-таки, пока едем, мы с тобой полностью открыты. Вот здесь противник может ехать. Да не может он там и будет ехать. И наша задача с тобой. Контролируя полностью левый фланг. Не подставить борт. Примерно куда-то вот сюда приехать. Да. И начать перестреливаться с противника. Потому что противник уже тоже может быть здесь соответственно, да. Начнется ПВП здесь. Очень тяжелая вариация. Карта вроде знакомая, но разъезды очень тяжелые. И если быстрый танк хорошо, на тяжелом танке никогда не доедешь сюда. Это, ну, если танк без двигателя, это все. Это потихоньку, змейкой за ручки взялись и поехали. Да, соответственно. Поэтому остается что? Остается только поджимать этот холм. Контролировать бету, контролировать С, контролировать вообще, что происходит. Опять-таки, если фланг обойдут, все, тут умрут все полностью. Вот. Поэтому надо обязательно за этим внимательно следить. Но, как правило, танкисты не следят за этим. Надо же какой-то фраг убить. Начинается перестрелка, там, да, допустим, грубо говоря. А у тебя задница-то не прикрыта, понимаешь? И на этом все. Бой заканчивается. Поэтому лучше какой-то фланговый обход сделать. И занять тот холм, на котором мы с тобой были. Все, на этом этот моздок закончен. Вот.
Больше вариантов я здесь не вижу. То есть, если успеть захватить полностью эту высоту, то можно будет контролировать как Б, так и С. Поэтому захват С, он такой, постольку поскольку. Главное доехать сюда, на эту высоту. Занять вот здесь позицию, либо здесь позицию занять. Вот здесь позиция есть. Даже если противник там по низменности проедет, вот, у тебя всегда будет высота. Вот у тебя тут холм. Ты прекрасно всех будешь видеть. Вон. Выезжаешь. Выезжаешь там и убиваешь его. Хоть здесь он будет ехать, хоть там где-то будет ехать, там без разницы. Вот. Хоть здесь где-то будет ехать. Если будут точку захватывать, ты об этом уже узнаешь. Как вариант. Вот и все. А дальше делать, говорю, как я и говорю, делать прокатку под тот холм. Вот. И на этом как бы бой заканчивается. На точку С они не проедут. Точка Б у тебя тоже вся контролируется, да? То есть тут две выс... тут с высоты контролируются две точки. Точку А можно вообще бросить. Она, ну, мне кажется, вообще абсолютно неиграбельная, да? Вот. На этом все, в принципе, небольшой гайд закончен. Вот. Не знаю, пиши, что думаешь по этому поводу. Выпадает тебе ли эта карта? Мне она ни разу не выпадала. Может, они ее убрали, просто она осталась в полигоне. Вот. Ну, как бы мы ее разобрали, поэтому она останется в гайдах, в плейлисте. Все полезные ссылки в описании. Подписываемся на канал, давим лайки. Ну, все как обычно, как стандарт. Переходим на прямые трансляции. Все, до новых встреч, пока.